С начала года в Бурятии за выпас скота в неустановленных местах составили 261 протокол и выписали штрафов на 367 тысяч рублей. В борьбе со свободно пасущимся скотом даже создали стоянки временного содержания. В нашей республике их пока только две – в Иволгинском и Закаменском районах. Между тем, животные продолжают спокойно пастись где угодно, создавая дорожно-транспортные происшествия. В течение трех дней администрация и полиция района определяет владельца животного. Если владелец не определен, то на сегодня животное должно передаваться специализированной организации, которая может на сегодня содержать данное животное. Бесхозных животных доставляют на стоянки. На доставку одной головы уходит 8 тысяч рублей. Эту сумму должен будет оплатить нерадивый владелец. К ней добавляется и суточное содержание – 2400 рублей в день. Сегодня в Бурятии определено порядка 1500 мест для выпаса сельскохозяйственных животных в 550 населенных пунктах. Но организованный выпас осуществляется только в половине из них.